Hey, okay, с вами Шимики, и сегодня мы поиграем в игру. Тоже с моего детства. Которую я проходил довольно часто, потому что здесь были всякие секретки, были тяжелые моменты в игре, которые я долго не мог пройти, либо из-за того, что я боялся. Under attack. Monsters are taking over, and now there's only one thing to do. Well, that was my outfit, I swear. Mystery Inc. is back. Let's do it again. Unfortunately, so is every monster they've ever faced. Black Knight Ghost! We have the same champion, Scooby! As usual! In the embarrassing debacle, Mystery Inc. fell far, as two of the gang's key members, Shaggy Rogers and Scooby-Doo, tarnished the reputation of the once great gang. This is the most our faultiest screw-up ever, Scoob. There's gotta be some way that we can prove that we actually belong in the gang. And now, it's up to... Ну, короче, дальше там спойлеры, если хотите. Хизер Джаспер Хоу на открытии нового класса в музее криминологии с ведущими детективами Тайны Инк. После ваших успехов вы собираетесь уделить внимание нашим, разумеется, маленьким старым кузам, может обойтись, но мы всегда готовы прийти на помощь. Спасибо, увидимся. Хорошо, народ, мы почетные гости, так что ведите себя соответственно. Нет проблем. Так, давайте изначально. Да-да, несть. Так, давайте сначала выбор игрока. У нас есть, за кого можем сыграть. Роллбой. Эй, Скуб. Роллбой. Бринго. Ладно, короче, что у нас вообще здесь есть? Sure? Yes. No. Смотрите, у нас вообще есть офис. Мне прикалывало всегда играл то, что здесь есть секретки. Допустим, смотреть на чек. Вот, мы хорошо проработали. То есть здесь есть везде секретки в каждом уровне. Вы нашли улику. Это как раз когда вот Шаги и Скуби говорили насчет улик. Все, мы здесь все собрали. А, допустим, что здесь вообще есть? А, рекорды есть там для игроков. Ну, неважно. Короче, выбор персонажа — это выбор профиля, так сказать. Монстры, которые вообще есть в игре, это вот... А, люди-скелеты. Бездущие. А, вездесущие. Рост 60, вес 20 фунтов, цвет глаз меняется, биография. Подожди, глаз меняется. Если не ошибаюсь, в фильме он красный бывает, когда что-то замечает опасное. Биография. Люди-скелеты являются частью некоторого рода воскресшей армии. Их число колеблется, и их, кажется, почти невозможно победить. Кто или что вернуло этих существ в жизни? А с загадкой. В фильме их было только два скелета этих, если не ошибаюсь. Монстр смоляный монстр. Смоляной. Кличка Каменщик. Рост 5.11. Вес 170 фунтов. Цвет глаза зеленый. Биография. Каменщик работал на профессора Бриксона, который пытался найти в Турции потерянный город Византию. Он замаскировался под смоляного монстра, чтобы не дать никому найти город, чьи огромные богатства он хотел оставить лишь для себя. Шахтер 49. Кличка Хэнк. Рост 62, вес 280, глаза карие, биография. Фрэнк работал помощником на ранчо, и однажды он обнаружил на земле своего работодателя скважину, которая дала нефть. Он принял облик шахтера 49-ника, чтобы напугать владельца и убедить его продать собственность за бесценок. Статус выпущен. Подожди, а что? Выпущен? Бездесущий? Выпущен. Призрак птеродактиля. Кличка Джонатан Джекаба.
рост 5.11, вес 165 фунтов, цвет глаз зеленый, биография. Джонатан Джакомбо когда-то терроризировал весь Кулсвилл своей преступной деятельностью в качестве призрака птеродактиля. Благодаря корпорации «Загадка» он был задержан и отправлен в тюрьму. Годами позже он погиб при плохо спланированном побеге из тюрьмы. Его тело так и не было найдено. Призрак Красной Бороды. Кличка К.Л. Магнус. Рост 64, вес 228 фунтов, цвет глаз зеленый, биография. К.Л. Магнус придумал остроумный план прикрыть легендой о призраке Красной Бороды, чтобы забирать себе добычу с грузовых судн, которую он управлял. Ему не удалось перехитрить Скуби-Ду и команду. Его план прервали, и его послали вверх по реке. Призрак капитана Катлера. Капитан Катлер. Рост 61. Я не понимаю, рост 61, то есть 61? Короче, там единица, значит, 161. Глаза кари, биография. Капитан Катлер начал свои хитрости с призраком ныряльщика, чтобы позволить себе и своей жене, двое вдове Катлер, управлять операцией похищения яхт без постороннего вмешательства. Его вместе с женой раскрыла корпорация «Загадка». Мокрый. Сладкая вата. Клички нету. Сладкая вата начала свою... Глаза карии начала свою преступную жизнь после 10 ужасных лет работы на государственном рынке. Считается, что постоянная диета из слоновьих ушей и безалкогольных напитков уничтожили его способность до такой степени, что он сошел с ума и стал злым преступником. Ненасытный. Фигура в злой маске. Вес неизвестен, цвет глаз неизвестен, биография. Фигура в злой маске управляет осадой города Кулствеля. Его личность неизвестна, но мотив очевиден. Унизить и дискриминировать Кормб. Загадка любой ценой. Ослабляющий. Призрак черного рыцаря. Джеремайла Виклс. Вес 195 фунтов, цвет глаз синий, биография. Джеремайла Виклс начал свою преступную карьеру в качестве мошенника по искусству. Он приобрел вид призрака черного рыцаря, чтобы не дать оценщику себя разоблачить, но ему помешала корпорация загадок. После отслуживания времени его выпустили, и, вероятно, он исправился. Ну все, это все была биография монстров, теперь мы можем пойти в саму игру. Разрешение очень маленькое, а если быть точнее, очень маленькое, очень-очень. Let's continue the mystery. Так, больше нам ничего, короче, не дадут, поэтому погнали. Heather Jasper. Of course, колеса классные, да? Но игра 2000, кажется, 2000 года. Не знаю, как она будет играться сейчас, не будет ли вылетать. Отлично, еще одна улика. Прекрасно, детектив. Я не помню, сколько всего... А, когда я нахожу улику, тогда все. Это картинки, поняли, с самого фильма. Блин, сколько у меня карточки из Скуби-Ду. Машинка такая специальная, железная, сундучок. Карточки, комиксы, которые выходили вместе с карточками. Также большие тома Скуби-Ду журналов. Они продавались такие небольшого размера. Там 100 с чем-то страниц было. Ладно, идемте в ход. Двойной клик — это чтобы бегать. Следующая улика. Не знаю, я постоянно любил вот это искать улики. То, что что-то, постоянно что-то мистическое. Вот, допустим, львы — это мистическое. Тайна Инк с радостью дарит костюмы, снятые из преступников.
включая призрака Черного Рыцаря, скелетом, и даже ужасного призрака Птеродактиля. Мы также дарим костюмы самых смешных из наших врагов, вроде Чикенстойна. Смешный? Он точно забыл, что она пыталась с нами сделать? Вперед, народ. Помните мои слова? Весь город смотрит на нас, так что делаем смелый вид. Она права. Вблизи они выглядят совершенно фальшивыми. Он взял костюм Черного Рыцаря. Граждане Коулсвилля, это только первый шаг к вашему полному уничтожению. На этот раз Тайна Инк маска снимут с вас. Потому что вы просто клоуны. Ну вы видите, некоторые текстуры у меня не прогружаются, но блин. Очистить путь. Из-за призрака Птеродактиля можете прицарить беспорядок. Помогите Скуби-Ду рассчитать путь, чтобы можно было искать улики. Собирайте предметы с пола музея, чтобы рассчитать путь для Скуби-Ду. Скуби может пройти только по прямой линии. Ну короче, это головоломки пошли. Ой, это уже на время, точнее. Тут большинство уровней всегда... Я не помню, как оно тут делается. Стоп. О. Я помню, я это даже проходил на спидран. Тайный люк. Наверное, настоящий призрак Птеродактиля прошел через него. И чешуйки рептилии — прекрасная улика. Место почти для всего. Все экспонаты костюмов разбросаны по всему музею. Помогите мне собрать что откуда, чтобы снова собрать экспонаты. Мне вот не всегда не нравилось, что мне всегда не нравилось здесь в игре. Minor 49er's costume. Deadbeard's sword. Minor 49er's hat. Minor 49er's boot. No, that's not right. Very interesting. Deadbeard's costume. Давай, давай, быстрее, костюм. Deadbeard's hat. Типа, игра на самом деле на вечер, вот так. Groovy. Let's continue the mystery.
Мы должны действовать как настоящие сыщики. Скуби-Ду, подними лапу и повторяй за мной. Начиная с этого дня, мы больше не будем тупить, дурачиться. Мы будем отличными детективами. Мы будем замечательными, эффективными, блистательными. Мы уже не будем растяпами, тормозами и неудачниками. Неудачниками. Кто бы это ни сделал, он был очень зол на этот город и хотел унизить нас. Это не то, с кого мы сняли маску, но кто мог создать настоящего призрака птеродактиля. Настоящий призрак птеродактиль? Доктор Джонатан Джакобо. Думаешь, это устроил Джакобо? Невозможно. 3 года назад его тело утонуло в море при побеге из тюрьмы. What about this? Что насчет вот такого? Джакобо's cellmate, Jeremiah Wiggles, was released from prison 2 months ago. Призрак черного рыцаря, один из украденных костюмов. Похоже, что нам надо срочно навестить старика Виклза. Фредди, up here, on the right. 505 Troll Court, Old Man Wickles Ancestral Manor. О боже, еще один ужастик. Да, ужастик. Однако, ужастик — мое второе имя. Ну пошли. Давайте, я думаю, на этом мы с вами закончим. Я посмотрю, что вообще получилось. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.